Всем привет, с вами снова Филранес, мы по-прежнему проходим Elden Ring. Да, это немножечко не горгульки, я решил поискать... Пошли в жопу. Ту самую невидимые вот эти следы, про которые я все говорил в конце прошлой серии. И в итоге я, кажется, понял, куда ведут вот эти бабульки, которые у нас указывают. Я нашел еще одну. Вот здесь вот. И их следы указывают туда, где находятся еще одни катакомбы. То есть вот эта бабка у нас показывает куда-то в эту область. Скорее всего, где-то здесь есть катакомбы, которые я не заметил, так что мы с вами тоже их посмотрим. Ну и после всех катакомб тогда уже с вами отправимся к замечательным горгулям. Это у нас грязные катакомбы. Находятся они в самой низине какой-то хуйни. Сюда. Я же вроде показывал на карте. Ладно, потом покажу. Ну да, карта что-то не хочет работать. Ладненько, тогда сначала зачистим. По идее, должно быть легко. Локация почти на старте. Тут могильник. Конечно, даже эти бичи набивают неплохо так. Так, открываем по ходу босса. Так, вот где они находятся. Вот сюда вниз, короче, спрыгиваете. И все. Посмотрим, конечно, как из этого низа еще выбираться можно. Мне кажется, там особо ничего сложного. Так, пойдем с волками. О май ва! Лилиан, хранитель могил. Блять. И кстати, боже. Чека. Парные молоточки, что ли, подъехали? Ой. Нет. Одинарный. Слушайте, бьет быстро. Может, его качать? Помните, я хотел себе тяжелую пуху? Прирост говно, правда. Ну, ладно. По-моему, ни у одного оружия я еще не видел прироста эсочки. Или хотя бы ашечки. Какие-то неинтересные катакомбы, кстати, очень быстро прошлись. Так, а что в обратную сторону, если поедем? Ничего. Можно выпрыгнуть отсюда или... Дизны. Эти цветочки, мин какие-то. Бля, не занырнуть бы. Это что? Фантом? Да, фантом. Опа, еще какие-то руины. Слушайте, а здесь много чего интересного пропустить-то можно. Где такая баклажан? Блять,
кровью закидывает. Юра, охотник на кровавый закровавленный фальс призван. Что за Юра? Вернулся в свой мир. А, типа он мне помогать хотел. Кинжальчик дали. Так, а это что за пещера тогда? Грязная пещера. Что-то тут все грязное. Ну-ка, присядем. Кинжал, перчатки, мох. Ну да, да, это все стартовые приколюхи. Сейчас мне уже от них толку, наверное, нету. И грибы. Блять, надо будет посмотреть, что там с грибов варится. У меня этих грибов уже жопой жуй, по-моему. А, вот, я понял, я на колокольчик не ступил. Кстати, на старте фантом может жопки-то рвать. Он так быстро кровотока мне накидал. Я бы сам кровотокнул, а с маленьким хп и с херовой броней так тем более. Откуда у новеньких нормальные параметры? Огненная смола, все, я понял, даже куда я приехал. Где виверна сидела, самая первая. Да. Блять, ну я по-прежнему не понимаю, где я видел те следы. Это же было вроде, по-моему, здесь. Но в какую сторону? Может, по берегу бегали? Крабы с двух ударов уже отлетают. Кстати, по берегу где-то тоже кто-то бегал. Ой, ладно, потом я буду их искать. Сейчас самое интересное у нас вот здесь. Храм чумы. Еще с бабёхой надо поговорить, какая там помирать сидит. И проверить 4 колокольни. Во, сколько у нас делать на сегодня. Храм чумы. Ты ж не померла? If you are wise, you will leave immediately. My flesh bright. Разорвет гниль. Нет, как тебе помочь? Видимо, никак. Раз мы даже предложить ей ничего не можем, хоть у нее есть противоядие. Так, мне куда нужно? На северо-восток. Где-то здесь стоит бабка. Вот она. Куда-то вниз она указывает. То есть где-то на арене битвы с боссом. Видимо, есть магия этот катакомбы.
плавающие дюны. Санька! Саня! Здоров, Саня. А, здравствуй, это была невероятная битва, тебе в ней не было равных, дружище. А вот я, оказывается, ничегошеньки не стою. Один удар и я треснул, а мои внутренности вывалились наружу. Потом я еще и спрятался, как последний трус. Теперь не тяжело смотреть в глаза таким, как ты. Ну ты чё, братан? Ну не думай, что я уже сдался. К счастью, тут набралась целая гора из тел отважных воинов. Если мне удастся вместить их в себя, я мигом верну былую мощь. К тому же здешние тела страсти хороши. В конце концов, это те самые рыцари, что сражались во времена раскола величайшей войны в истории. Вот ты увидишь, дружище, моя сила даже возрастет. Просто дождись нашей следующей встречи. Так вот что внутри этих горшочков. Пиздец. Так, ну ладно. Саня у нас специфичный. Так, так, а там кораблик тонет. Наш корабль идет ко дну. Так, бабка указывала куда-то в эту сторону. Подозреваю, что вот на эту хуйню. Или вон на ту хуйню. Не, по-моему, на эту хуйню. Вон там эта арка. Непонятная. Тут что-то и лутом-то никаким не пахнет. Ни лутом, ни мобами. Но бабка-то пиздеть не будет. Правильно? Правильно. Где-то тут, наверное, катакомбы. Я что-то не вижу нихуя. Походу на пиздело. Здесь вообще нихера нет. Ни лута, ни мобов, ни дверей. Странно. Может быть, они ближе? С другой стороны, а зачем разработчик делает такую огромную локацию и пустую? Нет, не напиздело. Вот они. Каев. Конечно. Бабка может. Катакомбы мертвых воинов. Так, у меня ощущение, что будет потно. В конце концов, это Восток. Прошлые катакомбы, которые вот точно таким же коридором начинались, были пиздец какие хардовые. Ну что их нахуй? Им вроде и без меня весело, слушайте, я... Вперед, воины! Агиниланды 6. Прекрасно. Ну и я хорошо пизды получил. Блять, пиздец, катакомбы здоровые.
босса. Как же я тебя сейчас буду тебя-то убивать, брателло? Охуеть! Не, в пизду. Я, блядь, его 2 часа сейчас убивать буду, блядь. У него хп как у босса. Один Ланда 6. Двоих уже можем прокачнуть. Так, без фиалки я как-нибудь проживу. Я вы жирные, блядь. Не страшно, блядь, идти дальше. Пиздец. А можно не трахать так сильно? Блядь, чё я не... Где босс? Где босс? Ландыш. Фантомка! Нет. Блядь, гниль словил. Сука. Не так ебало ломают. Да, к костру. Да. Слушайте, не зря. Вот обе локации, блядь, начинались с вот такой хуйни. Фу. Одно печалит. Я до сих пор не нашел ни двери, ни... входа в катакомбы. Еще могильный ландыш. Отлично. Что сюда? Сюда босс. Хорошо, надо найти рычаг. С боссом легко, можно обходить этих ребят. Это здесь. Мимик? Нет. Я думал, мимик. Играющие звезды. Сука, словил. Можно, но... Охуеть! Ваншот, блядь. Не, ну я от гнили избавился, это радует, но как мне сейчас лут забирать? Хороший вопрос. Пиздец.
Бля, мне страшно идти к боссу. Если здесь реально такие мобы. Как же здесь босс-то, блядь? Пока они там наверху смотреть. Кто-нибудь, где-нибудь есть? Не-не-не-не-не. И не агрим. Все. Нет проезда. Хоть убейте, я не знаю где. Рычаг. Хер тебе. Угу. Не все так радужно. Кстати, немножечко пассивненько, зато качается опыт. Бля, где же рычаг-то? Внизу либо иллюзорка, либо он не внизу. Возможно, внизу только лут. Куча лута. Хорошо, а что здесь тогда? Бесполезная хуйня? Странно. Пошли тогда в эту сторону сходим еще разочек. Может, я какой-то поворот пропустил? Вон, где лучник? А, я все понял, мне надо туда, где лучник. Да, блять, не ебите! Где-то здесь должно быть окно к нему. Нет, не оно. Охуенчик. Забрался для пизды. С вами тут драться, это, блядь. Каких сил не хватит. Пиздец. Это я в тяжелых доспехах. Со щитом нихуёвым нихуёвым хп и всем прочим. Меня ебут как сосуночка. Кажется, так это ничего, это лестница, чтобы тут пиздец обойти. Раньше прыгнуть вниз, пойду с боссом сражаюсь. Бля, мне страшно, я даже не представляю, кто там. Привет. Ой, блядь. Надо было лучше.
квестом, если забывать. Везде. Ваншот. Ужасная вещь. Так, в таком случае, от волков толку мало. Поставим лучника, и лучник, наверное, сейчас качнем. Хорошо, а, стоп, что? Быстрое перемещение из этого места недоступно. Ой, да идите вы нахуй, серьезно? Отсюда, блядь, доступно. Душ, правда, нет. Сейчас что-нибудь заюзаем. Может, хватит. Чувство в последнее время у меня все лучше выходит усиливать духов. Я вижу, как и почему бессмертная сущность проявляется в виде духа в золотом порядке. Мои непонятные ее устремления и что ее притягивает. Даже сам мастер Хью сказал, что я уже не просто ученица. Мне снова приятно познакомиться. Родерик – профессиональный наставник духов. Это намного дороже надо, да? Хорошо. Так, у меня 1600. Надо 1900, а 3800. Короче... Не знаю, сколько это даст. 3000, наверное. 2500. Должно хватать. Волков качнули. Так, на этого братишку опять не хватает. Не хватает сколько? 300. Нету камней у нас. Бля, походу только одно оружие можно заточить на максималку. И босса надо, ой, этого призывчик лукаря. Так, первым делом баночку заюзаем, в принципе, полезно. Щит, наверное, тоже оставлю. Так, бахнули банку. Вошли. Бахнули братишку. Получили пизды. Сходу. Thank you.
хвостом. Он хвост меня погубит. Оги, рыцари рыжегривые, золотое семечко. И 100 тысяч, ладно, не 100, 33 у нас было, где-то 70 тысяч навалили. Ой, божечки-кошечки, сложно. Так, ну зато у нас где-то уровня 3 в кармане, 2 точно. 2, 2. Как раз, наверное, до 40 хпшку качнем. Угу. Так, и дальше, я думаю, в мудрость вкинуться или в интеллект. Интеллект долго качать будем. А мудрость еще дольше. Так, вот хуй его знает. У меня у катаны прирост от мудрости. Да. Значит, мудрость не хватает, эффективность тоже нету. Ладно. Заскриним, потом ребятам кину. Так, чё, базбабёхи попиздели, это говно зачистили. Я хотел посмотреть, 4 колокольни нам ничего новенького не открыли здесь. И тогда пойдемте попробуем реально запотеть еще и с горгульками. Ничего не появилось нигде. Я думал, вообще 4 телепорта будет, но, видимо, нет. Видимо, это просто как порталы в доп. Локации. Ничего необычного они здесь больше не донесут. Ну, ладненько чё. Так, вроде все сделал, что хотел. По-любому опять что-то забыл. Грязные катакомбы. Вот здесь какой-то пруд, кстати, есть. Близ ворот. Сомневаюсь, что это тот самый. Грозовые ворота. Так, нам что? Нам нужно подземелье. Скалы рядом с Квидуком. Ну, сейчас посмотрим, что получится сделать из всего этого. Так, щит нам не нужен. Хотя, хз, подождем. Так, мне нужен лук. На плюс 7 тоже сойдет. Стрелы. Призыв тот же.
перекаты. Пизда перекатом. Так, тогда щит делаем полегче. Да. Цветы, мне показалось, блядь, на месте рыцаря Горнева кто-то вырос. У меня дохуя душ, да? Блядь, 24 тысячи, ёпта мать. Сейчас, подождите тогда, рано. Надо куда-то их потратить. У кого чего можно купить? Может еще к этому кузнецу сгонять? Вообще, можно попробовать покачать, что получится. Давайте-ка попробуем. Я бы каких-нибудь стрел купил, но я уже не помню, где мы стрелы покупали. Так, здесь ничего. Попробуй молоток вот этот качнуть, какой взял. Вроде прикольная для тема. Бьет быстро. Это самое главное. Угу. Так, молоток, молоток, вот он. Угу. Все, блин, пиздец. Приехали, качнули. А из боссовского или исключительного я даже не знаю, что можно было попробовать покачать. Сюда тоже кузнечные камни нужны. В арбалет нужны, а эти? Ну я не знаю, арбалет охуенная тема, нет? И может это не самый пиздатый арбалет? Так, ну-ка, давайте-ка попробуем торговцев понавещать. Может быть, накупить каких-нибудь пиздатых стрел? На яд, конечно, стрелы такой себе, но вот, например, какие-нибудь на магию или огненные я бы с удовольствием приобрел. Здесь, по-моему, были... Рановато сюда запехнулся на... Яд. Может быть, здесь есть огненное? Торгаш прямо рядом с костром. У меня огненных, получается, вообще нет. Я бы закупился на все. Потому что есть шанс, что я душу проебу. Обычные и болты. Эсток. Хорошо, где еще я торговцев отмечал? Бля, вот здесь не отмечал нигде, обидно. Здесь кузнец и... А это я что отметил? Север. А, так и у меня метка-то есть, нахера мне не сама. Метка. Ладно, потом займусь. Так, здесь эти ходят. Здесь вроде торгашей не видел, не помню. Здесь, походу, тоже не встречал, раз не отметил. К такому бы под утесом. У этого нихера нет. Этих здесь тоже не отмечал. Хотя были торгаши.
О, вот здесь есть торгаш. Идем посмотрим. Бля, надо было с самого начала реально всех отмечать. Что-то затупил. Сейчас попроще было. Так, братан, что у тебя есть? Давай. О, отлично. Хотя бы хоть что-то. Есть кукри. Легкий арбалет. Полуторный меч. Мечевитый ключ точно беру. Болты, болты для баллист. Большие стрелы, стрелы. Блять. Где еще могут сидеть? А, вот здесь сидел точно. Надо, кстати, тоже его отметить. Купить. Свайхандер. Опять стрелы. Ну, жертвенную ветвь давай. Блять, ну опять обычная. Ну серьезно, хоть кто-нибудь здесь продает огненные? В этой локации, мне кажется, никто. О, вот здесь сидит торговец еще. Поехали к нему. Огонь кубы. Или хоть чего-нибудь необычного. Обычных стрел и так уже до хера. Сюда чуть-чуть. Вот он. Опять обычно. Были необычные, остались обычные. Так, патронов у меня на всю жизнь. А, вот здесь шторгаш есть. А, все, блядь, поздно нахуй. Я уже тут все сделал. Еще был в подземных этих, в подземной речке, где там лабуда. Ну ладно, туда потом сходим. Деньги я уже все потратил. Так, обычные стрелы, лук, все призывы, красота. Деньги мы потратили. Хорошо. Обычные стрелы нехило так-то наносили, по крайней мере, по медведю. Мне кажется, они по всем должны хорошо пробивать. Тем более по гаргуле. У них, мне кажется, разве что к молниям, значит, электрический стрел, по-моему, я в этой игре еще не встречал. Так, баночку пить, наверное, пока не будем. А вот лучника-то я призову. Давай, брателло. Должны весь обороть. Ёлка, там подходки уже снял. Там это мой черный брат. Меня
Так, этот вторую, знаю, загрел. Хорошо, надо пока он танчик разделать с этой. Бля, сука, траванулся. Так, лучник отъехал. Может, попробуем подъехать следом. Блять, вот если бы еще яду не было, было бы приятнее. Кто ж их накормил стольким дерьмом, а? Блять, просто они блюют по нонсу по КД. Блять, этот проблевался, сука. Охуеть пошла камбуха у обоих. Этот блюет, блять, этот атакует. Да и... Убить свой конем, ребята. Бля, у меня хилок на вторую вообще не осталось. Вторая. Первый инъектирует. Все. До сих пор отравлен. Можно я сначала свои губы, блядь, поговорю? Дружбан, иди сюда. Пошла жара.
Слушай, у него разве реально уклониться, я понял. Бля, не. Вкусненько. Это говно проходить. Вроде чуть-чуть попроще, а вроде и нихуя. Слишком много хилок теряю на первой. Да, блядь, я по тебе бью-то, падла. Все по другому плану, отвлекая эту. Надо, блядь, первую добить, и вторую мы вдвоем захуярим. Это все наоборот, да ебана тарота. Бежим! Отважная горгулья. Да какая, блядь, отважная? Отважная один на один пиздится, вот, блядь, у храма. Вот там отважная стоит. А это так, посос. Кто за мной летит? Бля, не, мне твой друг.
не-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 не. Вот ты здесь, блядь. Блядь, да почему фиксируется-то вторая? Мне первая нужна, твою ж мать-то. Так, там пошла блевалка. Утро субботы. И идут вместе. Вот ты можешь идти быстрее, чем твой собрат. Господи, какая же это порнуха, реально. Я хуею с этого босса. Умри, сучка! Так, хорошо. Ситуация немного лучше, чем до этого. Не намного. Блять! Что за удар такой, блядь? Охуеть! Что-то ну. Ой, бля, хуйня полезла. Не-не. Что я тут для верху все ловишь. Пиздец ты, Джеки Чан. О, вот с этим оружием попроще должно быть. Давай ты будешь в гаргулью стрелять. Не? Он говно? Реально уворачиваться, по-моему. Так, хилка еще действует. Пиздец! И хилка кончилась. Нет, не кончилась, еще ползет. Почему мне это как-то не делают? Я при первом шутере. Её, блядь, поинтереснее будут скиллы. Да успокойся, блядь, бешеная, я хуею. Хилк еще работает, все, хилк закончилась. Наша ХП. Полная хуйня.
Я не знаю, как это проходить. Ну, серьезно, ну, блядь. Это финальный босс, по-моему, легче будет. Я не знаю, что там, правда, в финале, но я уверен, что легче. Так, лук полная хуйня. Скорее всего, надо было заменить на щит. Нормально. Бля, вот это легче. Да, конечно, вот эти навыки это пиздец, но... Держись. Надо жить. Как она тут пробила? Я вновь стоял. Лучник уже отъехал, да? План хуйня, но давайте пробовать. Может быть, они улетят вниз. Таранчики, кстати, не используют сторону обрыва. Молодцы, молодцы, шарят. Не-не, выебите, чтобы пиздец. Все. Убираем к хуям лук, от него толку в ноль. Я пока, блядь, из него выстрелю, я уже пизду получу. Вариант поставить кукри. Или кинжал. Обычный кинжал, наверное. Кукри на кровоток. А кукри... Ой, обычный кинжал, обычный урон. Это убрали, это убрали. Это здесь... Блядь, 40 штук всего, да? Ну, хоть что-то. А, вон, от ловкости. Эска! Нихуя! Кукри, эска и ашка. Пиздец. Так, а щит поставить... Угу. Может быть, попроще будет. Как ты, блядь, пропустил удар? Ну вот это лучше бочка. Стабильность решает.
наше время пришло. Важно идет. Можно я сначала первый договорю, блядь, потом ты уже пушку включать. Паук давай. Блять! Серьезно, я когда нажимаю R, чтобы потеряться, да, мне кажется, скриптовано, блядь, у всех в этот момент я не сюда. Нахуй пошел. Украли шамана, но, блядь, там тоже держит. Да. Парный клинок горгулья. Ой, божечки. Ебать, жара. О. Не знаю, я как будто, знаете, 10 часов хуярил, разгружал вагоны цементом. И сейчас прилег отдохнуть. Просто полежать. Да, я, конечно, никогда сам физически столько не разгружал, но у меня были тяжелые вот такие вот работы. Там помогал настроечки, там бетончик принести, замесить, подать, отнести. А бетончик, сами знаете, тяжеленький. Ну, короче, суть вы поняли.
И вот когда после тяжелого рабочего трудового дня, блядь, именно физического, ты ложишься полежать, хоть у меня сейчас и не физический был, но все же. Давай бухать облегчение. Вопрос, а куда дальше-то? Жальчики не пригодились. Короче, бля, башенный щит решает. А, во-во-во-во-во-во. Блин, куда-то сюда. Бля, короче, на текущий момент это самый хардовый босс, блядь, для меня. Куда дальше, я не понимаю. Мне же надо в город. Тут нет города. Вода. Много воды. Как в дипломах моих. Ну не только моих, блядь. Все дипломы — это вода. Непонятно для чего. Кстати, тоже вопрос, блин, зачем делать в дипломах вот эти вот, блядь, лить воду, когда, по сути, там, я не знаю, в страницах на 15-20 уже можно все уместить кратенько. Для чего? Что сделал? Что хотел сделать? Блядь, хоть убейте меня, я не понимаю, куда мне. Сейчас, блядь, окажется, что эти горгульи это были опциональные. Да в рот я их ебал, блядь, если можно было их пропустить. Короче, ладно, я посмотрю, куда нам дальше нужно. Давайте, наверное, на эту серию закончим. Я пойду прям вообще кайфану, пиздец. Реально. Как будто смену отработал. Я, конечно, понимаю, что глупо сравнивать, блядь, сидение за компьютером, кликание нога кнопочки с физическим трудом. Но ощущения похожи. Что-то в этом есть. Ладно, пойду гуглану тогда, куда нам реально идти. Я думаю, здесь дальше какие-то маршруты, какие-то эти, а они будут нет нихуя. А нам, получается, еще вот туда нужно. В Накрон. Так думаю, там продолжится все. Вот, ладно, пойду смотреть. Ну а сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.